Пожароопасный сезон, развитие проекта «Школа фермера», проблемы водоснабжения. За час на прямую линию поступило большое количество звонков. Жители сразу нескольких районов республики бьют тревогу. Опасный сорняк борщевик Сосновского активно распространяется по всей республике. Сейчас он захватил уже 300 гектаров земли. На его уничтожение из республиканского бюджета выделили 8 миллионов рублей. Самые большие площади обнаружены в Ячинском, Батыровском, Порезском, Мариинско-Посадском и Ядринском районах. Злостный сорняк интенсивно распространяется по руслам рек. Также его можно увидеть на на заброшенных землях, обочинах дорог. В последние годы борщевик перемещается на приусадебные участки. Уничтожать опасный сорняк нужно в три этапа – весной, летом и осенью. Прополоть, выкопать корни и обработать специальными средствами для эффективной борьбы используют механические, химические и агротехнические методы. Многие жители республики присылали свои обращения заранее на почту. Так, например, Татьяна Архипова и Николай Григорьев интересуются программой «Школы фермера» и спрашивают, будет ли она работать дальше. Первые, скажем так, участники школы фермера уже закончили учебу, прошли двухмесячные курсы. 27 фермеров поучаствовало. Осенью второй поток. Однозначно будет набор. Такое желание есть, можете поучаствовать. Вопросы задавали и по видеосвязи. В нашем населенном пункте деревни Мерчи проблема водоснабжения 1970-х годов построена. Часто ломается. Для решения проблемы в 2008 году администрации было сделан проект по водоснабжению. Активно участвовало население. Данный проект не реализуется до настоящего времени. Просит помочь. Нужно 17 миллионов рублей денег для того, чтобы реализовать ваш проект. Но главой поставлена задача в этом году уже начать реализовывать такие проекты. Поэтому у вас есть все возможности. Мы ждем от вас качественно подготовленные документы, чтобы быстрее выделить деньги, довести до вас. Все обращения фиксируются. И даже если вам не смогли ответить в ходе прямой линии, обязательно ответят позже. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.